Ютуб-канал «Дивно Светлое» ждет подписку и каждый день транслирует видеосюжеты о творчестве Бреста. А сегодня вашему вниманию необычные сюжеты, потому что я впервые нахожусь на стадионе «Динамо» и наблюдаю 60-метровую и 200-метровую пробежку брестских детей. Вот вы видите, откуда дети стартовали. Было очень много команд. В конечном итоге очень многие получили дипломы, подарки от клуба «Динамо». Посмотрим, какая обстановка на стадионе. Это болельщики. Их было немного. И, по-моему, это те ребята, которые не смогли пройти в финал. Они расселись по местам и болели за своих друзей. Это важно. Многие победителям пожимали руки. И вот сейчас мы видим награждение. Есть чем порадоваться родственникам, знакомым, людям, понимающим в спорте. Вот первые достижения детей. Они нежно прижимают свои дипломы к своей груди, чтобы показать, как это важно. Первые шаги победы. Старались? Получите. Я показываю, какие дипломы, как они выглядят. Им еще предоставлены и блокноты с логотипами, видимо, спортивных деятелей, чтобы можно было равняться и на старших людей, уже достигших каких-то высот. И первые, вторые, третьи места – это классно. Вот и девочки поступают и поступают. Были и случаи, когда на первое место никто не пришел. Нет-нет, здесь у нас все готовы получить дипломы. А кто-то и не услышал, не пришел. Но вот так бывает. Пожимают руки. Так, но если я левша, давайте мне жмите левую руку. А это пес, который мешал бежать. Но трогать его нельзя, потому что никто не знает, что на уме у собаки. Хотя она очень дружелюбно лежит возле первого места. Ребята, вы молодцы. Мне очень нравится, как вы стоите и даете возможность вас снять в момент, когда вас награждают. Мне нравится. Мне нравится, как вы выглядите. Девчонки старательные. Вот так. И если никто на первое место не пришел, надо встать самим. Да, и попробовать. Каково оно? Первое место. Упорные и довольные, конечно. Вот так и бывает. С третьего и второго места можно достигнуть первого. Молодцы, ребята, я видела, как вы бежали. Кто первый пришел, тот идет первый. Заметьте, вот в темной майке, следующий в светлой майке и так далее. Ну, конечно, тот, кто пришел последним, они переживают. Я видела даже слезы на глазах. Конечно, все, и девочки, и мальчики, рассчитывали прийти первыми. Никто был не готов прийти последним. Но как получается? Это помогает.
Я забыла. Thank you.
Болельщики восторженно встречают своих победителей и очень радуются. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.